В администрации Северского района прошло еженедельное рабочее совещание. На повестке дня несколько важных вопросов, один из которых – социально-экономическое развитие. Северский район – территория с многоотраслевой структурой экономики. Мы входим в десятку лучших муниципалитетов края по промышленности, основу которой по-прежнему занимает нефтепереработка, занятости населения и прибыли предприятий. В 2023 году объем промышленного производства составил 224 миллиарда рублей, что превышает показатели всех промышленно развитых территорий края, включая город Новороссийск, Армавир, Рабинский и Славянский районы. Северский район по объему промышленного производства уступил лишь краевому центру города Краснодару. Климат, развитая промышленность и близость к краевому центру привлекают жителей из других регионов страны. К 2024 году население района составило более 122 тысяч человек. Миграционный прирост за минувший год рекордный – 1712 человек. Официальная численность безработных – 161 человек, а средняя заработная плата в муниципалитете составляет 59 тысяч рублей. Обсудили вопрос о мерах поддержки многодетных семей. Граждане, имеющие трех и более детей, имеют право на получение от государства земельного участка. Теперь они предоставляются сразу в собственность. На сегодняшний день в очереди стоят 1156 семей, многие из других муниципалитетов края. С 2011 года по настоящее время выдано 1455 земельных участков, в том числе 140 в прошлом году. И хотя участки формируются с учетом приближенности к инфраструктуре, некоторые из них ее не имеют, что ложится тяжким бременем на бюджеты поселений. Руководитель муниципалитета рекомендовал главам ознакомиться с рядом имеющихся краевых программ, участие в которых поможет в строительстве инфраструктуры. Главы поселения отчитались о работе по формированию таких участков и ремонте дорог и тротуаров, грейдирование, асфальтирование, ямочный ремонт и поддержание санитарного состояния территорий.